Слава богу, приехали. Доктор, он уже хрипит, не может произнести ни слова. Как ни слова? Так. Нет, мы так не договаривались. Зверя-то куда ни шло. А людей лечить, извините. Какие люди? Это наш попугай. У него астма. Ну, это другой разговор. Пройдемте к птице. Пожалуйста. Вы понимаете, доктор, у него через 2 дня премьера. Ну, значит, так. Ему нужны витамины, стрептоцид, мазь Вишневского, вот. Главное, покой. Ничего мучного. Вот. И все. Ой, Гоша. Ну, я пошел. Ой, мамочки, вырубается. Подожди, миленький. Я сейчас за папой съезжу. Он тут рядом, слышишь? Подыши еще немножечко, родненький. Я сейчас, Гоша! О,